40 to 50 guys from State still here can quiet it down. As you mentioned, the Mississippi State defensive front. Еда готова. Yeah, baby. Наконец-то. Поедим. Вставай. Индейка, скажите маме спасибо за то, что она съездила в магазин и купила все это. Спасибо, мам. Спасибо, мам. Еда и футбол. Ешь все, что хочешь. Бери. Скорее, скорее. Игра идет. Да, пап. Не занимай мое место. Успокойся, СДЖ, спокойно. Пропустите? Фантастика. Нет. Вы забыли картофельный салат? Как Ole Miss играют? Выигрывают. Шон, салат. Вкусно, мам. Мам, спасибо. Да, мама. Давай. Давай. Ну давай. Держи мяч. Ну, что? Мам! Сегодня день благодарения. Почему мы едем здесь? Прочитаем молитву. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за все блага, которые Ты дал этой семье. Мы благодарим Тебя за нового друга. Мы просим Тебя позаботиться о нас во время этих каникул, чтобы мы не забыли, какие мы счастливые. Аминь. Аминь. Какой счет? У нас 10. Коллинз, передай мне фасоль, пожалуйста. Не бери руками. Возьми, возьми. СДжей, локти. Прости. Что ж, Биг Майк, любишь ходить по магазинам? Завтра я научу тебя. У меня есть одежда. У тебя есть одежда. Сменная футболка в полиэтиленовом пакете. Это не гардероб. У меня есть одежда. Тогда давай заберем ее. Скажи, куда ехать. Ладно. Скажи мне, что я должна о тебе знать? Кто о тебе заботится? Мама? У тебя есть мама? Может, бабушка? Знаешь, Биг Майк, можно все решить просто, а можно сложно. Выбирай. Ладно. Скажи мне одну вещь, которую я должна о тебе знать. Мне не нравится, когда меня зовут Биг Майк. Ладно. Знаешь что? Теперь для меня ты Майкл. Хорошо?